Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как посмотреть DirectX на вашем компьютере на Windows 10. Нажимаем одновременно две клавиши Windows R. Вот так вот. Здесь пишем CMD. Вот оно у нас сразу написано. Если не написано, напишите. Нажимаем ОК. Мы вызвали командную строку. Дальше здесь прописываем команду. DXD IAG. Вот. И здесь смотрим, вот показывает DirectX 12, наш DirectX. Вот так вот просто. Здесь можно посмотреть еще остальные характеристики компьютера, между прочим, если вот видеокарты можно посмотреть, одна, вторая видеокарта, звук, остальные сведения о системе. Ну, если нам надо версия DirectX, то вот она здесь будет. На этом все, спасибо за внимание, если видео было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь на канал. Всего доброго.